Традиционными стали турниры по плаванию «Золотая рыбка» среди молодежи города, организуемые городским комитетом БРСМ. Особой популярностью пользуются соревнования по пейнтболу. На этот раз представители 8 учебных заведений среднего специального профессионально-технического образования города, а также студенты Полесского государственного университета, принимали участие в городском турнире по силовому многоборью «Наследники Победы». Данное мероприятие посвящено 70-летию Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Белорусский республиканский союз молодежи пропагандирует здоровый образ жизни, и мы хотим показать ребятам, как можно с пользой проводить время, учитывая всю важность даты. У нас сегодня гость планируется, Благовидов Борис Александрович. На торжественном открытии мероприятия Борис Благовидов поприветствовал участников состязаний, а также вручил членские билеты ребятам, вступившим в ряды БРСМ. Непосредственно сами соревнования состояли из комплексно-силовых упражнений, эстафеты по плаванию. Сюда включили гимнастику и дартс. В любом случае, основная цель этих соревнований – это популяризация здорового образа жизни. Поэтому я думаю, что все те, кто здесь примут участие, получат от этого максимум положительных эмоций и заряд энергии на будущее. В упорной борьбе первое место занял аграрно-технический колледж имени Клещева. На втором – ребята из аграрного технологического колледжа. Третье место – у учащихся профессионально-технического колледжа легкой промышленности. Победителям вручен переходящий кубок. Призеров наградили медалями, грамотами и призами.